Не прерываясь ни на день, рабочие поездки главы Чувашии по районам и городам республики продолжаются. Сегодня Михаил Игнатьев отправился на самый юг республики, в Алатырь. Компанию ему составила и наша съемочная группа. В микрорайоне Стрелка, который расположен на окраине города, главу республики встречали не только чиновники, но и местные жители. Именно они повели Михаила Игнатьева по неподготовленным к этому визиту адресам. В одном из дворов люди указали на старые газовые бойлеры. Коммунальщики попросту не торопятся убирать с газона старое проржавевшее оборудование. А на козырьке этого подъезда за долгие годы проросла трава и толстый слой мха. Михаил Игнатьев потребовал немедленно взяться за лопаты и очистить мусор. Лопата есть? Есть, конечно. Дайте мне сейчас. Поднимусь, вычищу. Ну, сами сделаем. Лестницу найдите сами мне. Сами сделаем. А? Стыдно? Сами, конечно, стыдно. Стыдно. Вот не позор здесь больше. Хорошо? Хорошо. Показали главе республики недавно благоустроенный двор. Местные власти установили здесь новые детские городки. Но и сами жители не остались в стороне. Стены своего дома они раскрасили оригинальными рисунками и разбили у подъезда цветочные клумбы. Всего же в этом году в Алатыре за счет городского бюджета планируют благоустроить 3 дворовые территории. Деньги выделяют и на капитальный ремонт проездов. В долгосрочной перспективе и реконструкция многоквартирных домов. Пока в республиканскую программу включили 14 адресов. Мы ждали капремонт. У нас сделали ремонт крышу и сделали ремонт внизу коммуникации. Больше ничего. А поставили окна вот пластиковые в коридорах, в подъездах, и больше ничего.